Всем привет! Я тут сидела на днях и думала, что наверняка есть такие парни, которые сомневаются в себе. Им кажется, что они никого не привлекают, что на них никто не обращает внимания, и уж тем более ни у кого не возникнет сексуального влечения к ним. Ну что сказать на это? Либо ты неудачник, либо ты просто не умеешь распознавать скрытые сексуальные сигналы. Да, и именно об этом я сейчас вам и расскажу. Как же узнать, что же хочет от вас девушка? Конечно, девушки об этом вслух говорить не будут, но они и посылают те самые скрытые сексуальные сигналы. Ну и так начнем. Если женщина, не отводя от вас взгляда, перебирает волосы, играет с ними, накручивает локоны, женщина явно чего-то хочет. Мужчины, имейте в виду, это может быть явный признак сексуально навязчивого желания. Далее, платье сползает с плеча, и она якобы этого не замечает. Причем, заметьте, плечо обнажается в тот момент, когда вы смотрите на нее. Мужчины, имейте в виду, не думайте, что ей стало жарко. Ей просто хочется сближения. Женщина, девушка, как бы невзначай, открывает свою шею. Это чистой воды скрытый сексуальный сигнал. Это девушка явно чего-то хочет. Хочет, чтобы ее целовали в шею. Она отводит глаза в сторону и вниз. Вся такая благопристойная и застенчивая. Это явный признак того, что она хочет с вами познакомиться. Мужчине нужно знать обязательно, что если она вновь посмотрела на него, то счастье в его руках. У железа пока горячо, чувак. Если женщина смотрит на вас и положила подбородок на ладонь, знайте, мужчина, она на многое готова. Но и имейте в виду, что пока вы думаете, и ладонь может развернуться совсем в другую сторону. И если женщина, увидев вас, начинает хихикать, делать какие-то глупости и просто вести себя как маленькая девочка, вы не думайте, что она дура. Она просто хочет, чтобы вы на нее обратили внимание. Вот и все. Он точит. Он реально точит. Вот чудеса-то! Вот чудеса! Она горит! Ничего себе! Ой, миленький пони! Ну, горусенький! Пойдем поиграем! Она украдкой бросает косой взгляд и делает это вновь и вновь. Знаете, мужчины, вы очень интересны, но она просто хочет казаться невозмутимой. Че смотришь? Ты понимаешь, что это упражнение просто полезно для глаз? Оно снимает напряжение. А ты что подумал, а? Если девушка теребит в руках какие-то свои украшения, цепочку, браслет, кольцо, и поглядывает на вас, то эта девушка явно чего-то желает. Если женщина, смотря на вас, притрагивается к своим плечам, к бедрам, начинает поправлять бретельки,
Она явно хочет, чтобы вы к ней подошли. Ножкой так, ножкой сяк. То перекинет, то переплетет, то раскачает свою туфельку. Знаете, мужчины, это стопроцентный знак ее нерастраченной сексуальной энергии. Ну вот, в принципе, и все. Следите за девушками в институте, в общаге, в ресторане, в кафе, в библиотеке и так далее и тому подобное. Эх, может, того, что вы не замечали раньше, вы заметите сейчас. И не забывайте участвовать в конкурсе. С вами была я, Кира Найт.